Если мы говорим о том, что для компании важен товарооборот, наша задача отвлечь большое количество покупателей от магазинов, ну, для того, чтобы заработать денег. Соответственно, самое важное в карьере консультанта, если мы говорим о консультантах, которых мы будем приглашать, это первые 20 минут, потому что если он сказал «да, я хочу оформить дисконтную карту», значит, ему это интересно. И он находится сейчас на пике энтузиазма. Да, то есть у него сейчас вот подъем, да, что вот он, для него что-то новое. Есть люди, которые с удовольствием это делают, которые говорят, да, я давно хотела, я давно мечтала уже, да, но я до вас дойти не могла, я уже такие примеры вам приводила. Поэтому самое первое важное, вот эти 20 минут, если мы говорим о групповой презентации. Наша задача на успешном старте убедить человека, что нужно начать действовать прямо сейчас. Прямо сейчас себе заказать продукцию, выбрать из каталога. Прямо сейчас, когда он придет домой, показать каталог своим родственникам и постепенно в ванной заменить все баночки, которые там есть, на продукцию Oriflame. Потому что у нас дома, вот когда к нам гости приходят, у нас по периметру ванны, так, знаете, все. И они как на экскурсию в ванную ходят и смотрят, да, то есть у вас там столько, можно все понюхать, пощупать, да, то есть вот для них это такое некое удовольствие, и считается, что это, ну, шикарно, да, что столько много, да. Ну, потому что мы, вот, у меня есть приятельница, мы к ней заходим, у нее только шампунь, гель для душа и мыло. Все. И причем одним шампунем моется и она, и дочь, и сын. Ну, потому что у людей достатки разные, и поэтому наша задача, чтобы человек поменял косметику в ванной. Потому что, во-первых, он будет дешевле это все покупать, во-вторых, у него будет масса подарков. И смотрите, это не с точки зрения сделать, ну, как бы поиметь человека, да, потому что очень часто говорят, что вот вы такие зомби там все, да, вот, ну, про сетевых обычно. Вот сегодня даже я рассылку посылала на этот, на мероприятие 21 числа, один мужчина написал, я отрицательно отношусь к сетевому маркетингу. Причем тут сетевой маркетинг, mm-hmm. если речь идет о мероприятии, да, ну, то есть то, что связано, например, с Oriflame, у многих людей вызывает определенную брезгливость, да, потому что это, ну, что-то такое в подвале сделанное, непонятно, где, кто ее продает, там тетки с сумками, там с грязными руками, с этим несмытым лаком, да. Ну, потому что в свое время какой-то, ну, есть люди, которые портят имидж компании, ну, и, соответственно, идет молва от этого. И наша задача не навязать человеку. Вот это вот я вообще не люблю, когда мы начинаем давить. Вот я могу надавить, да, и могу заставить. Ну, ну заключит он этот договор. Но в результате-то что, да, он так чисто скажет, ну, ой, напишу, чтобы отвязалась, и все. А мне результат другой нужен. Мне нужно, чтобы человек влюбился в продукцию. И поэтому я должна так выгоды показать ему, чтобы он понял, что это выгоднее, чем покупать, например, тот же самый шампунь Head & Shoulders в магазине.